Так, начинается. Поехали на завтрак. На завтрак поехали. Вот он, бородач, лично за рулем. Да, нам его не хватало реально, в общем. Без бороды. Но зимой можно было подумать, что елки у него. Ёханый бабай, посмотрите, что творит. Это жесткий парень. Блин, пытается меня сбросить с кузова. Да. Какие тут места, смотрите. Это чисто джиперское место настоящее. С болотом прямо посреди лагеря. Ого. Ого. Пашенька, остановись. Мне кажется, ты готов утопить его не мог, чтобы только я утонул, да, или что? Я не пойму. Что ты делаешь? Остановись. Извращенец. Очканул, уехал. Ну давай уже едь вперед, что ты очкуешь там нормально. Да я на Залупазе тут проезжал, Паш. Включил заднюю. Красивые места вообще, только зеленеть начинает, видите, за городом. Весна чуть позже, в Киеве уже все зеленое, а здесь только-только начинается. Так, веточки, блин, отец Павло, что творит, какая-то Венеция местная. Хороший маршрут. А вот и лагерь, чтобы никто не приехал, называется дальше. Так, здесь на чем попало не поездишь, наверное. Можно вперед еще. Давай еще вперед, Пашенька. Не хочет. Ну ничего, такое место, да? Почкуешь или что? Открой окно, тебя не видно. Так, ну в обратную дорогу. Макс в Днепропетровске. Нам его очень не хватает. Тут есть где разгуляться, вот в сторону посмотрите. Ну и тут красиво вдоль речки. Похоже на нескучное местами. Местами очень похоже. И вот тут глубокий брод. Вот кто его пройдет, у того дальше шансы есть. Как горнолыжник, ногами надо работать, чтобы не упасть. Так, сегодня все красиво. Много людей, много машин, собаки есть. Главное, отец Павло с нами. Отец Павло. Ну как ты после длительного отсутствия оффроуда? Что это за машина такая? Короткая, да? Саня, подымай клиренс, поедем, там нормальная дорога. Эти тапки утром одел, да? А у нас 101-й стол, второй тапки, да? Тоже брали? А он и брали. Брод. Чуть-чуть раз. Так, тут еще серьезный внедорожник подъехал. Нормально проехал? Отъезжай, там у Хаммера с тормозами проблемы. Хаммера? Да. Надо. Прямо туда. Прямо. Саня, прямо едь, нормальное кино. Да, да. Прямо и налево. Знаешь, мне кажется, не уговорю я их. Ни одного, ни второго. Андрюха, палкой собьешь вот это или нет?
Да я рукой могу достать. А ну попробуй. Я достал. Говоришь? А, сам типа. А в прыжке успеешь? Нормально там? Ох, там такие места, Леня, вообще. Леня, где ты еду взял? Жлоб. Андрюха, ну и как там? Ого, фары. Нет, так там не глубоко, я прошел. Фары в воде. А это что? Еду хотел мне дать, да? А Леня хотел дать? Леня, на, доедай. Ну я же говорю, я же прошел сапожку. Ну ложи, ложи. Съешь или? Ну конечно. Не, ну глубина нормальная была там, судя по всему. Не знаю, я в сапогах прошел. Вот в этих? Ну ты же там выбирала бородач-то по прямой. Нет, так я по прямой и шел, я ж точно знаю. Ну там, может, было пару ям, но то есть не особо критично. О, интересный парень. С тобой все пока поздороваются, он улетит назад в Китай. Не, он не узнает его, квадрокоптер его не узнал. Слышь, а вы задержание с собакой тренируете или что? Да? Получилось? Да, почти. Квадрокоптер не сдвинулся с места. Он полетел, но потом мы потеряли между у него. Да. Ромыч, давай чаще ты будешь с этой штукой приезжать. Давайте, дайте мне документы на процесс. Тебя есть, я знаю. Ну хорошо. В Чернобыле на неделю. Капец. Тоником легче, если шоу в дождь. 5 зайчик на бороду. Ну как ты? Зайчик. Бородач, иди, можно говорить. Мы спрашивали, а где Руса? Руса не видел? Я говорю, там ищи, где стол. Там, где еда. Нет, где стол, там ищи Руса, говорю всегда. Ты знаешь, что у бородача новый ник? Какой? Зайчик. Велодед. Зайчик. А велодед куда делся? Велодед, да. Да у него уже столько вообще, уже непонятно. Один раз на велосипеде проехал и забросил это дело. Так, блин, один раз на велосипеде 2 месяца на оффроуд не выезжал. Так болело все, да? Натер. Мозоля сходили. Хорошо, хоть коронавирус отмазка была, понял? Ну что, тут не готово еще? Уже сколько времени прошло? Не готово? Прикрывай. Да. Пошли с едой куда-то. В телефоне зум. Включил еду искатель. Все рассмотрел. Еду искатель включил. Рус, что ж под тем много, блин? Давай, включай уже. Ох, блин. Ей точки собирай. Не, я не по, у меня спецучасток на кухне. Тут человек подъехал нормально. Зря, надо ножом, на. Руслан, это на потом, на Новый год. А, ну ладно. Блин, быстрее, я тебя прошу. Кадры заканчиваются. Я тебе говорю, давай помогай. Быстрее. Подержать. Да рука устала. Так держи, так давай я подержу. Да нет, ты уронишь. Ну ладно. Она тяжелая. Ой, клади вдоль решетки, вдоль так скатятся. Клади вдоль. Саня, вдоль клади. Вдоль клади решетку. Вот так, да, они в паз. Они в паз ложатся прямо. Так она здесь, в дырку. Блин, осторожно. Это тупой ложкой убить может человека и любое животное. Я он сосиски. Зубы могу, это... Тупой ложкой? Да. Хочешь, тетки, могу проверить. Удалил? Смотри, какая. Да, он меня лечил. Ты тетки удалил, то нет? Да. Ой. У которой многодетная мама. И тетку удалил. Прошла без очереди, попросилась без очереди. Я не помню, что я ей делал. Ты, по-моему, ей лечил. Я не помню. Страхуй там, да, страхуй. А ты же это не можешь развести? Блин, да не могу, слюна течет. Я потом края оставлять. Чего? А, чтобы не выпали? С края толстые положи, Саня. Толстые по краям зафиксируй. Да. Подожди, ты как на пианино сейчас чем-то похоже оно все. Все, а тебе главное закрывать дворник, чтобы Русский не забрал. Бегом, быстрее закрывай, пока я держусь из последних сил. Подожди, пианино собрать надо. Да, он рояль делает, видишь, настоящий.
Стоматолог делает зубы, тоже правильно. Как Анжо, красиво было. Красиво? Блин. Все, закрываем. Пока. Беги, Руслан. Вырвали. Держи, могут выпасть, блин, держи ровно. Главное, пальцы не отруби, я тебя прошу. Еще ж сосиски на этом остались, надо будет накладывать. Береги пальцы, я тебя прошу. Не стоит, понятно, что это. Ищи другую, устойчивее какого-то. Да это вообще, слышишь? Я смотрю, специалист во всех этих, смотри. Пальцы береги, я тебя прошу, сосиски еще остались. Будет больше сосисок, если пальцы не будет. Главный кулинар, мы уже ему говорили. Тихо, давай. Ух, ёханый бабай. Бородач бы в жизни не попал в эту палку. Он все время на кухне. Какая разница, Руслан, можем ли не оковы снимать? Да что вы снимаете? Извращенцы. О, алкаши оживились. Давай, давай, выставляй. Я тебя прошу, пальцы, пальцы. Хотя их дофига, блин, на самом деле. Соль? Ешь. Точно соль? Андрю! Не хочу. Со специями. Блин, что карантин с людьми делает? Наверное, кто-то нассал. Со специями, говорит. Это жесть. Вообще, что у нас тут только не увидишь, короче, друзья. Это наш очумелый городок, в общем. Что-то дуть начинает, холодает. Ирка, я тебя прошу, все. Нервная система. О! Вот это ты пошла по-взрослому. О, все. Ёханый бабай. Ну прицел сбился, пока выставляла. Быстрее. Не-не, пусть выставит, быстрее. Там еду дают. Давай, Ирка, быстрее, руби. Блин, давай я лучше. Ирка, давай. Береги себя. Да что ж такое, блин. Думаешь, топор маленький? А мясной надо или что? Ну да, там шансы возрастают. Ты знаешь, я в детстве был мясником? На Березняках. Давно это было. Под носом! О! Проворачивай, да-да-да-да-да. Слышь, а бородач завелся и уезжает, мне кажется. А куда он поехал? Бросил меня. Стой! Стой! Стой, бородач! Стой! Стой, бородач! Вернись, жаба! Уехали. Иду, иду, Андрюха! Сейчас раз и застряли. Меня ж заберите! В колею тоже не попадает в ту, где у вас сидел. Пока! Давай уже! Подожди! Уже ноги не держат! Бородач уходит от погони! Только резко не тормозни, главное! Чтоб я не ударился об это, об кузов! Блин, места бомбезные.
Вот там кто-то застрял уже. Подожди, давай в лагерь вернемся, я сапоги забыл одеть. Красиво. Так еды не хватит, если мы так ездить будем. Стой, стой, там через лужу меня перевезите. Нет, тут сухо. Иду на рекорд. Так, блин, мы пока ехали, они уже выехали. И поехали дальше. Фух. Бородач измотал меня. Заманивает, мне кажется, опять. Ты что? Передачу перепутал? Да подожди, блин. Тут же видео идет. Еле догнал, блин, жаба. Ты видишь, что он делает, когда я сел? Прямо едь, правей, правей. Куда ты едешь? Право. Ёханый бабай. Лучше ничего не говорите ему. Скажи ему, что тут камера его. Он забыл, видно. Он будет тише ехать. Да, да. Тут камера твоя, осторожно. Отец Павло, конечно, экстремал, да? Андрюха тут как на этот, как эквилибрист на лошади. Я засёрвен, я не видишь. Усёрвен. Ох, как все красиво стало тут, намного веселее, чем зимой. Все позеленело, одуванчики отцвели. Да, да, да. А ну давай по следам залупаться, сейчас застрянешь. Да. Тут коллектор раскололся на две части. Вот лагерь был здесь в прошлый раз. Что за речка? Речка? Заливы Днепра. Не-не-не, это лайт, Ё-моё, блин. Ну по-жёсткому дал. Не промокает кузов пока, да? Да, это плохо. Здесь не будет объяснения мокрым штанам. Чтоб не... Главное, чтобы кузов не набрал ты вот это. Так, тут какие-то... А вон какой-то джипер. Лёня. Лёня, думаешь? Может, это не он? Блин, как красиво вообще. Летом веселее, весной. Вон и лебеди летают уже. Паш, прямо лупи, там нормальные места, я знаю. Прямо, влево, влево. Дрова вон можно забрать. Где моя дача? Фазенда. Вот это дача моя? Дача же не такая, она же на колесах. Lexus Logan, да, дача. Смотри, смотри, а куда они идут? Куда они идут? Ушли с моего участка! Паш, сгони их с моей дачи. Леня! Давай, давай, берем! Ищут точки. Да уже нашла! Давай, Леня, беги! Леня, беги! Так, вот он сам, бородач, рулит. Посмотри в окошко хоть. Так, что-то провод начался. Неожиданно. Леня здесь. Юля нашла точку. Сейчас Леня будет брать. Олег, выходи, фоткайся. Вот она, точечка.
Как вам удалось найти ее? Ой-ой-ой. Что, тонем? О, немного занырнули. Да не. Блин, какой люк у него шикарный, слышишь? Бородач выехал, он не глубоко нырнул. Не мешаем, они на победу идут. Ты смотри, куда лезет. Тихо, тихо, точку берет. Смотрите, как красиво. Да, да. Фолловеры, привет. Подписываемся на канал Offroad.ua. Вот так. Инстаграм Offroad.ua официал. Offroad Brothers канал. Offroad Brothers, подписываемся. Это все наше. Бородач, дай стриптиз посмотреть, хорош ездить. Леня, это сверху надо снимать сначала, то, что сверху. Леня, сними то, что сверху. О, давай. Ай-яй-яй-яй. Ой, блин, тут кто-то меня тоже хотел раздеть только что. Изнутри. За гнездо. А что, как раз на уровне окна, да, попадает? Руслан вставил свои гениталии, я попадаю. А что, печка включена? Паша работает, не конечно. Паша починил печку. Паша починил печку. Так, тихо. Пошли брать точки. Да, места бесподобные, вообще такая природа. А вон украинка дымит. Трубы. Паша, оказывается, Toyota у них не электрическая, мотор слышно, видел? Прям Руслана пауки ползают его, домашние. Да? Ну, да, да. И такой тарантул серьезный. А ну, сними, бросишь. О, нихера себе. Что? Да не, я боюсь его. А ну, да. Тарантул лазит по мне, говорит. Где? Сейчас. О, какой ляжерный. Да подожди, куда ты пошел? Брось бородачу, подожди, дай. Захавай его. О, смотри, как бля. О, хорош. Да Паша, подождите, не так быстро. Вот он, домашний. Сейчас, да Паша уже ушел. Леня выходит. Смотри, как он медленно выезжает. Раньше ты таким не был. На победу идет, видно, на победу. Бережет машину до финиша. А соперникам накопать. А мы сейчас точку пойдем с Мавашей, собьем ее. Я и Руслан. О, где это ты пальцы? Просто тупой. Я вслух сказал. Бородач любит ориентирование, потому что он острый и проникает во все щели, блин. Он никогда не может ничего вообще найти. Даже лагерь, блин. Он только почти. Уйди отсюда. А я к Лене могу сесть. Не трогайте, это мой место собаки сегодня, у меня паук. Подписывайтесь на Руслана, он покажет, что у него там еще живет в капюшоне. Змеи, гадюки. О, паучища какая, подожди, стой. Хорош, оригинал? Это тебе в РОВД поселили. Террариум, да. В РОВД поселили тебе пауков. Да, да, да. У меня уходит бородач, зажигание, мотор. Все. А, вот этот брод, где залупаслик во льду падал. Вот это слева, вот этот бродик. Вот это, да, где лед провалился, где он на скорости. Узнал? Ага. Хорошее место. Он хочет нас облить водой, мне кажется. Облил, да? Держись. Ёханый бабай, куда же мы едем, блин? Ох, шапа! Да не зима, что ты делаешь, блин, летом. Зверюга, блин. Не, вон. Вот это ушло и дерево. Слева мать. Отец вон. Отец вон волосит. Светлый лист, Руслана. Окропил. Как ты, Руслан? Окропил. Мокрый как. Я ж видел, даже борода начала расти. Ох, блин! Отец Павло долго не думает, он верит в свою. А Паш, еще раз прямо так же! Вот тут следы уже
вот и точечка. Алёня проехал, не очканул? Проехал, конечно. Проехал. Вовчик, бери точку, иди сюда. Становись, на. Давай, ты, ну, Вовчик ставит точку. Для другого. Отец Павло. Спасибо за благословение. Подохрещься. Как-то с опозданием. А я захрещся. Да, да. Павло. Ты видел, как Юлька? Она на вид не тяжелая, а как перекос какой был в ее сторону. Не, ну конечно. Сейчас она тебе не тяжелая, да, да. Ценная. Бородач, снимай их, что ты стоишь? Так а кто фоткает вас? Дерево должно быть перед, за руками, а не перед. За руками, Леня, руки не должны... Не-не, туда Леня, руки просунь. Бросовывай. Позиции, главный Леня. А не дерево, блин. У них нет номеров. А вон, хотя бы госномер давай. По прямой, давай, давай, давай. Давай, давай, по прямой. Очканул. Надо было доехать и полосы оставить в воду, чтобы кто-то... Да, доехал. Да, да. Блин, бородач, вот это... Так, едут участники следующие. Так, продолжаем движение. Бородач уверенно себя сегодня чувствует. Коронавирус ему не мешает сегодня. О, хорошо. Паш, попробуй прямо, прямо попробуй. Вот здесь можно, да, 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 да. Вот тут хорошо. Убивали. Нормально прошли. Показываем дорогу для участников. Так, Леня проходит. Уверенно. По кругу води его, вот так по кругу. И они все за нами будут ехать, 4 машины. Так, Леня, ну ты его запутал реально, он поехал в другую сторону. Он аисты. Природа первозданная, причем много их. Это наша классическая лужа, в которой бородач меня купает регулярно. Да, красота. Да, Леня где-то потерялся на той стороне. А Паша же видишь его, как кто дал и завел его в тупик. Так, вот здесь самые красивые фотографии были сделаны. Паша, налево, налево! Налево! Ёхтенный бабай! Как городки нас там! Не-не, налево рано я. Вот, тут серьезный именинник летит. Смотрите, что творит. Очень жесткий парень. Молодой, горячий. Именинник нормально валит. Вот там налево я ошибся, сейчас поедем по правильному маршруту. Ты ему про камеру скажи, он медленнее будет ехать. Не помогает, да? Не, видишь, что творит. Налево, Паша! Да. Тойоты. Леня, вон он, только вдалеке там. Только выходит на нашу прямую. Там прямо брод хороший, кстати. Прямо хороший брод. Сейчас посмотрим. Ну, заливы обалденные.
А этот все по... Где? Вот, где. Точка есть, да. Уверенно идут ребята. Какой размер трипадора у них? 40-й? 37. Да нет, ты чё. Очень большой для 37. Так, Гранд Чероки приехал. Лесопед мой, лесопед. Чем рисовать? Где точка? Тоже вариант. Так, это организатор. Лёня приехал, в общем, все идет по плану. Так, едем. Едем вперед, тут хороший брод. Паш, прямо, прямо, куда ты? Стой! Прямо там хорошие места, я там был. Тут даже на залупазлике проезжал зимой. Так стрёмно было, прохладно. Или воды добавилось как-то. Да, вот на этом острове отсюда мы стартовали, и туда я на тот берег ездил. Идет. Так. Первопроходцы нашего городка. Бородач и его команда. Опа. Что-то тут глубоковато чуть-чуть. Не, яму проехали. Он ил какой поднял. Смотри, как на лапландеры, как на трипадоры намотало. Пытается объехать. Очкует. Очкует. А бородач не очкует, идет вперед. Ну, вот он. Да, да, сразу на Бориспольскую трассу выезжаешь. Хорошо, хоть не на Обуховскую. Так. Нормально идем. Вон дорога аж вперед, видишь? Что там, очкуют, да? Развернулся, да? Очканули. Бородач нам прямо, ты рано повернул. Вон пляж впереди. Пашенька. Пляж. Сними ему шапку, я сниму, как ты снимаешь ему шапку. Бородачу. Да я ж тоже самая рука занята. Круто валит. Там тоже очень шикарные. Повезло с погодой, дожди прошли, а? То что надо. Там просто ямка такая, что тебе нет. Очкнули, да? Ну вы посмотрите, нормальная дорога. Да, да, можно ехать, поехали. Да, там шноркель тебе не поможет, нормально. Паша, надо справа попробовать, там где тойоты сидели. Справа болотце. Скажи ему, что я не заснял, пусть еще раз. Андрей! Да, места бескрайние, просторы.